За 5 лет финансирование госпрограммы «Развитие культуры и туризма» выросло почти в 3 раза и в 2022 году составило 11,3 миллиарда рублей. За это время построено и отремонтировано около 120 объектов культуры. Среди них библиотеки, сельские дома культуры и досуговые центры, театры. Красноярск стал площадкой для таких масштабных культурных проектов, как Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, Международный фестиваль джаза Игоря Бутмана, Международный фестиваль детско-юношеских фильмов «Герой», фестиваль театров кукол «Сибирь. Терра Магика», Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир Сибири». Кроме того, в Красноярском крае активно развивается киноиндустрия. После 20-летнего перерыва возобновился выпуск киножурнала «Енисейский меридиан». Прошли съемки многосерийного художественного фильма «Красный Яр». Открылась кинокомпания «Сибирь 3X Media». В российский прокат вышли фильмы красноярских режиссеров «Там, где наш дом» и «Начать сначала». На уровне края, наверное, немаловажную роль играет роль губернатора. Вот в эти последние 5 лет мы имеем возможность приобрести новые музыкальные инструменты. Наша школа получила новый рояль Михаил Глинка, это очень ценно для музыкальной школы. Обновлен оркестр народных инструментов, это более 12 единиц. У нас приобретены для камерного оркестра музыкальные инструменты, 5 скрипок и 5 виолончелей, ударные. В ближайшие годы предполагается масштабная модернизация краевых театров. Запланированы строительство новых блоков Красноярского драматического театра, ремонт Красноярского ТЮЗа, реставрация Красноярского театра кукол, Красноярского музыкального театра, Минусинского и Ачинского драматических театров, а также реконструкция Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. В ближайшие несколько лет в крае проведут ремонт 20 сельских клубов и домов культуры. Новые центры культурного развития и центры культурного досуга откроются в Шарыпове, Минусинске, Боготоле, селе Маринино, поселке Комарчага, в Дзержинском, Енисейском, Березовском и Ачинском районах. В Красноярске планируют построить 2 детские школы искусств, а в Овсянке к столетию писателя Виктора Петровича Астафьева появится национальный центр.